Ладно. Идем дальше. Сдаю этот, что там у нас? Лечу туда, там два квеста. Ну, тут уже больше, чем половина уровня я прокачал. Хорошо, приятно. И я в Stone Talon Mountains иду, наверное. Я не знаю, есть ли смысл вниз идти, прямо туда сейчас. Я могу те квесты доделать чуть позже, когда я пойду уже в Тысячу Игл. Потому что там, да. Ну, можно и сейчас, я думаю, альянс того уже нет, который мешал мне. И не только бы, он лечил своих чуваков. То есть, может быть, он нас не может атаковать, да, в PvP войти, но чуваков он может лечить. Таким образом обходится запрет на PvP. А здесь, кстати, Рога делает свой квест на яд или на что-то там, не помню. А, на локпикинг. Открывать сундуки, вот эту ерунду всякую открывается. Скилл. Он там прокачивается даже. Там сундуки внутри лежат в этом судне. Я один раз качал Рогу там до какого? До 25-го или не помню какого. И то Бладельфа, по-моему. И потом что-то быстро надоело мне это все. Очень быстро надоело. Но он прикольный там, когда уже 60 левел ганкать. Прикольный, да. Особенно, когда шмот крутой, и ты можешь ганкнуть практически любого. Вот реально любого. Кого не ганкнуть, это паладина. Как раз таки плоховато, что паладин из альянс. Вот рогом хорошо играть за альянс, потому что нету паладинов. Шаманы легко ганкаются. Так, что, можно выбрать что-то? О, щит, но он чисто для шамана. Щит или вант? Ну, давайте просто возьмем щит. 2800 опыта. Отлично. Все, новых квестов, я так понимаю, нету для меня. Можно идти обратно. Окей. Идем обратно. В Рэдж. Ты оттуда я полечу. Оттуда я полечу. В Crossroads. Дам два квеста и Stone Talon пойдем. Потому что нет смысла ради того вот квеста вниз возвращаться. Так кучу времени на это уйдет. Это реально не очень. Не лучшая затея, в общем. Так, и что у нас? Места нет. Надо продавать. Чё там? Okay. Подождите. Да, хорошая тема. Ну, чисто 5 стамин, 5 ловкости. Чисто вот для Роги. Для Роги. Ну, либо для Хантера. Ну, Хантеру особо здоровья не надо, на самом деле. Реально, не особо не надо. Так, неужели это тот же маг? А, нет. Там Варлок был. Я думал, это тот же маг, который... А, у него, походу, маунта нету. И он хочет его сейчас прокачать, там, типа, профессию. Видите, он без маунта. Хоть он и такого черепа, да, то есть неизвестно, какой уровень. Это, по-моему, больше 6 уровней, чем твой левел. Плюс 7, по-моему, да, и уже череп. То есть он не особо крутой чувак. Хотя, может быть, я не уверен. Нет, не прав я не прав. Плюс 10, наверное, уровней все-таки. Что я 29-го левела видел, когда был 21-м уровнем или каким-то там. То есть я не прав. Так, труп чей-то. Что можно мне прямо сюда оставить? Я пока не знаю. Ладно, в кроссроуде уже. Не надо мне банк. В кроссроуде продам. Кроссроудс. Получается, в этой гильдии нету хай-левела никакого. Это максимум 36-й чувак. Он, походу, играет? Нет, не играет он. 2 дня назад, кстати. Давно не играл чувак. Но я не знаю, кто тут главный. Давайте посмотрим. Вот он, гильдмастер.
Ласурус. Ласурус какой чувак. Ну, ясно. Сдаем. Лезер, лезер. Пофиг, что брать. 3100, неплохо так за квесты тут дают, реально. Квесты поделал, смотрю уже, блин, 25-й скоро. Да реально. Классно. Сейчас полетим дальше. Может быть еще продолжение этого квеста он мне даст. А, следующий квест нельзя взять. Чуть позже возьмем. Так, надо все продавать. У нас то тут много, как бы, всякой ерунды. Я уже смотрел, тут все ерунда, поэтому продаю без проверки. Ну, можно на самом деле попытаться продать щит вот этот, честно говоря. Он мне нравится. Но другой момент. Не всем нужен именно щит, как бы, мало протов. То есть многие качаются с двуручкой, как бы. Щит только кому-то определенно понравится. О, нет, подождите. А, это Soulbound. Но он покруче просто. Ну, а, это Soulbound тоже лазер. Но только щит бое у нас. Поэтому я его могу продать. Так, ремонт давайте. Сколько на ремонт? А, эти копейки. Все, лечу я дальше. Лечу я дальше. А лечу я... Да, Stone Talon Mountains. Доделываю здесь все квесты. Да, делаю здесь. А Шинвейл, не знаю, подумаю. Мне просто не очень нравится Шинвейл. Но там просто... Все равно нам надо вот сюда бежать, открывать флайпас. Поэтому, может быть, Шинвейл я и сделаю. Но особо там квестов много нету. Посмотрим. Я вот хотел, да, в это сюда сгонять. С 20-го в 30-й. Может быть, даже чуть позже туда надо идти, я не знаю. Я не помню, какие там квесты. Ну, там есть уже квест туда отнести, значит, уже предлагаются нам, как бы, прокачаться. Но там будут ганки и прочее, то есть там кучу времени потеряю. Просто не люблю такие локации выбирать. Конечно, я люблю PvP, аутдор и все остальное, но просто сейчас я просто хочу быстро прокачаться. И мне невыгодно, что меня там будут убивать. Или я там кого-то типа убью. Но я убью, потом придет кто-нибудь, меня убьет. Ну, понимаете, как это работает. Или он респавнится, ждет, отпивается, ждет, пока я пулю кого-то. У меня мало здоровья, он выходит, убивает меня. С дорога какой-нибудь там будет, например. Так и будет меня убивать постоянно. Тут в наших локациях еще нигде такого в основном не было. Даже в Stone Talon Mountains. Здесь в основном орда была. Потому что у Альянса есть свои локации для качи. Это на другой стороне. И эта локация называется Duskwood. С 18 по 30. Очень хорошая локация. То есть после Westfall они идут сюда, например. И еще у них есть хорошая Red Ridge Mountains. Тоже классная локация. То есть это альтернатива для них. Но дальше у них есть Лок Мадан и вариант, и Wetlands еще делать. Но там как-то квесты ужасно, как-то неудобно делать. Ну и вот они уже потом сюда могут идти, на эту сторону. Хоть тут и андеды живут, но а потом они бегают сюда. То есть... Вот такой у них кач. А у эльфов вначале здесь, потом сюда, потом Ashen Vale, но там мало для Ashen Vale у них квестов. Они на лодке плывут, а не на лодке плывут, у них же есть там, по-моему, да, лодка. И куда же она плывет, не помню. Это лодка... По-моему, у них прямо вот сюда лодка плывет, South Shore. Или я не прав, сейчас вспомню. Нет, по-моему, там лодки нет в South Shore. Нет, я, наверное, попутал. Она в этот... Сейчас скажу. Вот, лодка сюда приплывает. Все правильно, сюда. Одна. Я не помню, как они там плавают и где. Просто знаю, что так работает все. Вначале я возьму все квесты здесь, чтобы потом сюда не возвращаться. Первый квест. Это сверху убивать их. Но второй квест здесь есть еще. Вот там, просто он уже, наверное, серый и не показывается. Именно на карте. А, не, на карте. Это типа наша донжа на карте показывает. Деливер. Ага. Письмо принести, это где тысяча игл начинается зона. Вот там лифт великий называется у них так. Вот туда надо идти. Сверху нет никого на втором этаже. Бывает такое, что на втором этаже, поэтому я проверяю.
Чуть позже в каких-то локациях на втором... А, вот тут есть кто-то. Вич-доктор какой-то. Ну-ка. Что за вич-доктор и что он тут делает? Мне просто интересно. Я давно так не заглядывал сюда. А, ну ясно. Чисто купить можно что-то у него. Нет квестов. Значит, идем сюда. Здесь еще один квест берем. Потом сверху там возьмем квест. И вот начнем потихоньку делать. Здесь особо нету альянса. Но они могут быть, но не так много. Поэтому можно спокойно качнуться именно здесь. А, так. А, собрать, короче, семена для нее. Ну, это мы соберем. Это не проблема. Так, письмо нам надолго сюда. Мы не скоро сдадим. Вот как раз хорошо, что я тогда... Так, в селе квесты взял. Мало ли что, кто-то еще где-то стоит. Я просто проверяю всех. Как раз я сейчас письмо получил, нам как раз туда надо будет доделывать квесты в южных степях. Так, тут у нас есть... Так, ну это все нам не надо. Ну и флаймастер тут все нету. Мы сейчас только наверх поднимемся. Вот там есть типа секретный квест. Многие часто не знают про него и не берут. Но если есть вот этот аддон, он как бы подскажет, вот он показывает здесь. Он в основном подсказывает те квесты, которые люди забывают брать. Именно где они находятся, в непонятных местах. Потому что обычно не показывается же. В Burning Crusade квесты начались показывать на минимэпе. А так здесь не показывается квест. Из-за этого только аддон может помочь с этим делом. Может, и у него есть квест? Да, и у него есть. И у тут два квеста. Вообще супер. А это уже Шенвейл, это БФД начинается. Квесты на будущее мы взяли. Так, ну что, можно прыгать. Все, я иду туда сдать тот квест. И мы сейчас начнем потихоньку. Потихоньку. А, нам даже квест дали вот в пещеру. Это даже, возможно, элитный квест. Или нет? Что за квест там нам дали? А, это нет, это сверху. Это не то. Там сразу два квеста мы сделаем. Смотрите-ка, вот тут поубивали уже два раза. И я думаю, что это... Злый альянс. Злой альянс, смотрите. Два трупа здесь. Что-то сегодня, наверное, альянса больше. Когда я тогда был, не было. Поэтому я и говорил, что здесь хорошая зона была. Ну, сейчас будет посложнее, потому что квесты будут, которые, наверное, там альянс тоже делают, и мы будем вместе с ними в одной же локации, поэтому неприятно будет. А где гривьярд? Гривьярд у нас, походу, вот здесь. То есть, если умираешь сверху, то и отсюда бежишь. То есть, там нет гривьярда, насколько я помню. То есть, тут один гривьярд на всю локацию. Это вообще жесть. Если это правда так. Я просто не помню, где гривьярд конкретно. По-моему, вот только вот он, вот здесь, гривьярд. И отсюда все время бежать. Прикиньте, сверху умирать, и сколько бежать на 5 минут и больше. Пока добежишь, потом надо отпиваться после этого. Так, а я всегда хотел проверить... Ладно, потом проверим. Сверху тут еще есть, сидят какие-то NPC, но они в основном для Альянса, но я просто хочу посмотреть, может быть, и для нас какой-то квест у них найдется. Hey, так, что дальше? Bring механическую руку. Я знаю, где это делается, походу. Сейчас смотри, load UI нажмем. Да, я знаю. Но это не легкий квест. Если одному делать, там можно сагрить огромное количество мобов. Ну ладно, пойдем делать. Сдадим этот квест, и потом пойдем туда. А, вот снизу, смотрите, кристаллы, точно. Проверить пещеру и кристаллы, точно. Этот квест надо было раньше делать. Я просто тогда что-то ступил, надо было реально раньше делать. Пока мы бегали отсюда сюда, можно было его делать. А сейчас там уже миньоны серого уровня, серого, как бы. За них опыта не будет, поэтому это будет ерунда, конечно. Ну ладно, я все равно сделаю этот квест. Так, нам надо идти, я не помню, где-то там есть наверх проход. Вот здесь, походу. Сюда надо идти, вот тут вот, наверх. И там такое... Прям сооружение огромное сделано. Мне нравится этот квест, потому что в игре больше таких квестов не было. Вот реально здесь сделали такой эпичный квест. Ну молодцы, конечно, Blizzard. Тогда делали хорошо, а потом, короче, Activision купила Blizzard'ов. И у них, короче, основная цель была прибыль.
И они сразу казуализацию запустили в игре, то есть все легче, таланты упростили там. Все, в общем, упростили на самом деле. Раньше, когда меняешь это... Как там были? Кроме талантов были еще потом символы добавили. Окей, символы были в этом, в Лич Кинге. Все было нормально. А потом они что сделали? Если ты меняешь символ, ты не... Ну, как бы не надо его снова покупать. А нет, так, по-моему, сразу было, да? То есть символ один раз купил, и потом поменяй сколько хочешь, только надо этот... пыль покупать, да? А, ну да, по-моему, так и было сразу. Мне казалось, что и вот так вот сделали, упростили. Было прикольно, что каждый раз символ меняешь, ты должен его снова купить. Вот это было бы по-хардкорному. Ой-ой-ой, куда я зашел, ребята? Сразу две минеральных жилы. Две минеральных руды. Супер. Надеюсь, никто не прибежит и не заберет у меня, потому что... Хотя это тоже мне скилл дало 68. У меня теперь цель скилл докачать до сотки. Почему до сотки? Потому что дальше айрон сотки начинается. Что-то народу сегодня здесь нету в этом месте. Видимо, не выходной, народу все-таки меньше на сервере. Многие все-таки работают. Все дела. Ты стрелять в меня будешь? Ну ты, гад. Да ё-моё, и ты еще. Что, у вас всех перестрелять здесь? Ну ничего, никто не подошел, так что все мое. Может быть, еще скилл дадут, если вот так вот через какое-то время. Не, не дают. Ну ладно, неплохо сходил. Уже неплохо сходил, подзаработал. Мне цель надо, не знаю, сколько там маунт. 50-60 золота он стоит. Плюс сам маунт. Штук 10, наверное, золотых. Но если репутация прокачана, там дешевле будет. То есть можно качнуть репутацию до Exalted. С Thunder Bluff, например. Но долго ее качать? Я не знаю, как ее качать, поэтому... Надо просто какие-то квесты делать именно... персонажей, именно коров вот этих, тауренов, помогать им. Любые квесты, где найдем в мире. Но здесь тоже есть квесты, именно вот то, что мы взяли, там корова, например, есть, у нее квест сделаем, то что репутацию дадут. Так, где-то здесь наверх проход, я вот не помню. Левее, наверное. Все-таки там, да? Я забыл просто. Ну, по-моему, вот именно здесь. Наверх такой проход сейчас будет. Да, вот вроде через горы. А здесь кто-то будет, потому что... Я, наверное, спулю всех там. Хотя, не знаю, посмотрим. Будем аккуратно пулить, чтобы... Ну, чтобы не умирать. Хоть у меня и высокий левел, но... Всегда есть шанс, что мы... Что я... Погибну. 31 тысяча у нас... Чтоб левел получить. У нас 22. 9-9-9. Такой экспириенс посмотрел. Интересно это число такое. А снизу, да, там вода снизу. А здесь типа водопад или что? Что за звук? Это мы уже слышим вот это все? Вот этот механизм, звук такой издает. Слышите? Да. Вот она тут. Да, никого нету. 21 левел, и надо будет аккуратно пулить. И в конце просто будет босс. Ну, типа босс. Надо с ним идти, потому что так долго. Зря он лезет, тут опасно вообще. Ничего не слышно, честно говоря, так громко тут. Так шумно. А босс, походу, вот там где-то.
что я вообще реально очень мало урона наношу. Что здесь, армор или что? Вообще никакой урон. Персонаж, конечно. Ну, хоть танк я. Респект. То, что я танк. А, это еще не босс, дальше он будет. Ярости нет. Так и что, все, квест выполнен. Хорошо, что они сказали. Я думал, что там он будет, в другой стороне. Интересно, я тут не разобьюсь? Не, нормально прыгнул. Все, замечательно. Быстро сделал. Значит, иду сдавать. Потом в нижнюю пещеру. Надо ее немножко investigate, написано. Это значит изучить. Изучить, проверить. Расследовать, в общем, так переводится. И там десятерых надо убить кого-то там. А, не убить, а кристаллы. Кристаллы, они как в пещере, по-моему, так и еще и дропаются, возможно. И ничего там сложного нет. Тем более, там очень низкие левелы уже. То есть, они даже опыт не будет даваться. Сделаю это. Так, может быть, сейчас еще продолжение этого квеста будет, не знаю, посмотрим. Это реально долгая цепочка получилась. То есть, мы вначале здесь убивали первый раз, относил я сюда. Потом дали следующий квест двух роботов убить. Я убил, отнес сюда. После этого он нам сказал в Ratchet, по-моему, или куда-то там что-то отнести, или еще что-то сделать. В общем, я это сделал, и теперь вот еще продолжение. Получается, очень долгий квест. Поэтому мало кто доделывает до конца именно. Но вот именно здесь ванили есть смысл делать до конца, потому что тут квестов не так много. Опыта здесь надо много, чтобы качаться. Поэтому на квестах очень выгодно качаться именно в ванили. Чуть позже там уже сделали так, что и в подземельях очень хорошо качаться, там очень много опыта дают. Здесь в подземельях много не дают опыта. Даже за квесты, которые в подземельях, там максимум 3000 мне, по-моему, давали, даже меньше, 2000 чем-то. Поэтому я особо левел не поднял на квестах. Ну, максимум, даже полуровня я на квестах не поднял. А если бы у нас сейчас был оригинальный сервер, официальный, то я уже, наверное, левела 2 мог на квестах набрать. С подземелья. Поэтому такие дела. Че, идем сюда? Йоу! Механическую руку сдаем. Ну, наверное, сапоги возьму. Они дороже в продаже. 2200, все, больше квест не даун. Окей. Теперь идем наверх. Идем наверх. Шаманы имба. Полная здесь. Так много шаманов, кстати, играют. За шаманов это именно. Кого я мало видел? Вары были, но их не так много было, варов. Роги были, но рог тоже очень мало было. То есть роги не популярные прям так. Присты тоже не особо популярные, как мне казалось. Друиды, не знаю, там что-то среднее, наверное. Но шаманов больше всего стопудово. Магов тоже много. Но чисто маги мне не нравятся, не знаю. У них скиллов мало, то есть... Ну, полиморф есть, у них телепорт, там есть столицы разные. Но это все фигня. Вот я имею в виду нормальных скиллов, которые юзабельные. Так, здесь нет смысла идти сюда. Идем вниз. Проверим, что квесты они не дают. Тут у меня тоже как бы скиллов много нету юзабельных.
Например, кровотечение, этот скилл так себе, честно говоря. Я не могу сказать, что это юзабельный скилл. Пятый скилл, вот этот вот, Monkey Blow, тоже не юзабельный. Иногда переагрить раз в 2 минуты, но в PvP он не используется, например. То есть во многих случаях это просто бесполезные скиллы. Вот этот скилл тоже нафиг не нужен. Он стоит 20 ярости. То есть реально его мало кто использует. Меня убьют? Да, убили. Он высокого левела был. Поначалу он как-то урон не нанес. Потом урон был большой. Я мог прожать, например, Last Stand, но это дало бы пару секунд мне. У меня не было ярости, можно было, конечно, Тен зажать, Контр 1 и Фир его кинуть. Да? Но у него есть бабл, он сразу бабл и все. То есть, если он нормальный игрок, то есть я от него не убегу. Ну, хорошо, что я респаун очень близко, так что мне не жалко то, что я умер. Там шаман, кстати, тоже был, за ним бежал, видимо, он тоже сразу назад. Он, кстати, да, с деревьями, наверное, он прячется или что, не знаю. Паладин его тоже бы убил. Так, сразу минералы жмем, чтобы не пропустить. То после смерти часто забываешь, столько минералов можно пропустить потом. Просто у паладина есть этот талант, который позволяет быстрее бегать. Я от него не убегу без маунта. То есть я могу его как-то в фир кинуть, пытаться убежать. Потом сесть на маунта, если есть маунт. И вот так, тогда я могу убежать от него. Так, не знаю, как убежать от него. Только если фир будет в противоположную сторону, и он не захочет за тобой бежать после того, как фир закончится. Но он может фир убрать, вот в чем вопрос. Вот в чем дело. Так, это варлок тоже серьезный, но у него, походу, маунта нет, значит, это меньше 40-го, или просто у него денег нет на маунта. Так, нам где-то здесь надо направо идти. Или здесь, или чуть дальше. Что-то я не помню. Нет, чуть дальше. Здесь ничего нету. Да, это вот там вот на карте видно, проход есть. А, даже здесь на карте вот видно, дорога идет. Хоппер. Хоппер, Хоппер. Смотрите, как он выглядит, когда он полностью как бы... Вот так он выглядит. Когда полностью торчит. Практически с этой стороны. Так, отлично. Пошли дальше. Интересно, кто-то будет здесь или я буду один? Кого убивать? Пока не этих. Надо войти справа и слева. Слева тут типа тоже пещера есть. Но, по-моему, туда либо не дойти нельзя, либо там ничего нету. Я хочу проверить просто, что там такое. По-моему, там пещера и ничего нет. Ну, как бы... Входа нету. Сразу концовка. Может быть, есть какой-то квест, не знаю. Но никогда не видел никакого квеста именно в эту пещеру. Сейчас посмотрим. Вот она. Типа пещера. И все. Здесь ничего нету абсолютно. А нам надо... Нам надо... Вот сюда. Или куда нам надо, подождите. А, вот наверх, все правильно, вот туда. Наверх, и тут будет вход. Небольшую пещерку, которая похожа, как и все остальные. То есть там внутри, внутренности, как у всех. Ну, тут кто-то есть, 23-й тоже, прости, как я. Если я возьму кристалл, надеюсь, не будет против. Тух, тух. Thank you.
А, ну да, из них выпадают кристаллы и так, то есть можно тупо убивать их. Ладно, я просто пройдусь, наверное. Ну, давайте это убьем. По ним урон хороший, у них как будто армора нету. А есть чуваки, по которым вообще урон не проходит. Ну, конечно, они низкого левела, это понятно. Там, кстати, чувак какой-то. Какого левела? 25-го. Майнинга я здесь не вижу. Видимо, он пособирал это все. А, у него питомец, кстати, погиб. Не знаю, что он там делает, честно говоря. А он кого-то, кстати, убивает. Здесь, может быть, потом квест будет еще, я не знаю. Какого чувака убил он? Ладно, мне еще один кристалл, а можно валить отсюда. Очень быстро все сделалось. Да, один кристалл я готова. Вот с него и выпал. Я знаю, что сверху здесь бывает это редкий моб. С него можно что-нибудь. Зеленка выпадает, в общем. Рарник тут обитает время от времени. Вообще в каждом практически подземелье есть один рарник, как правило. Практически в каждом. Есть исключения. Но я помню, как-то часто вот всегда замечал, что если долго в пещере никого не было, то появляется рарник, ты идешь и убиваешь его. Ну, это если на сервере мало людей. Если много людей, они, конечно, уже для тебя убили, ты не будешь знать, что есть рарник. Так, ну, наверное, я сдам сразу этот квест. Может быть, продолжение будет, кто знает. Пойду и, короче, сдавать сразу. Тем временем, 4 бара до 25 уровня. Классно. А по опыту это у нас 6 тысяч опыта. Ну, грубо говоря, 3 квеста нормальных. Если сдать, то левел будет. Если по 2000 дадут, то будет 6000. Так, ладно, пусть идет. Пусть бежит. Так, направо. Да, по дороге, в общем. Главное не нарваться на того паладина. Вот классно Хантеру, видите, как он быстро бежит. Даже Пет не успевает за ним. Я медленно бегаю, ужасно медленно. Next damage, mean attack, fall damage, take, weaken the target. Ага. У каждого шприста, в зависимости от расы, есть специальная обилка. Вот это прикольно они, конечно, сделали. Прикиньте, у каждого класса есть определенная обилка. Самая крутая, по-моему, считается, которая эфир убирает. То есть следующий эфир нейтрализуется. То есть это такой баф. Резист от фира. По-моему, считается крутая тема. Что-то еще есть, я уже не помню там сколько. Ну, типа, сколько у нас есть? У нас есть андеды, клирики, да? Тролли, клирики и орки, правильно? Или орки не могут быть клириками? По-моему, могут.
Или тролли не могут. По-моему, все могут, кроме тауренов, да? У Альянса Хуман может быть клириком. Собрал он. Ладно, Хуман может быть клириком. А потом дворф. И ночной эльф тоже трое. Пристами, имеется в виду, будут, могут быть. И вот у них у всех определенный скилл. Я не знаю, у Альянса, по-моему, повторяется то же самое, что у Орды. Такие же, наверное, скиллы, просто они разбросаны между как-то. Тоже так же. У каждого свой собственный, я так понимаю. И у них тоже есть такой же, как и... Хотя, может быть, я не прав. Может быть, у Андеда есть определенный уникальный скилл. У Дворфа свой уникальный. То есть они не повторяются. Это я не помню. Надо посмотреть, мне даже интересно стало. Я забыл про эту особенность. Я не знаю, может быть, и в современном World of Warcraft есть эта особенность. Просто, может быть, упразднили всю эту ерунду. В эту разновидность. Например, у варов без разницы, что... Вары все одинаковые. Какой бы там вар ни был. У них отличается только вот это, как у меня есть. Вот оглушение на 2 секунды. Классная тема. И 5% здоровья. Это очень тоже. Представьте, у меня 5000 здоровья, мне плюс 250 дается. Хороший показатель, 250. Если у меня 10 тысяч, то 500 здоровья. Нормально. Дополнительное здоровье хуже не может быть. Но самый крутой, наверное, танк считается, я не знаю, ночной эльф, потому что у него есть 1% доджи. 1% доджи, это, наверное, больше, лучше, чем здоровье это. Не знаю. Надо разбираться, я не уверен в этом. Так, это получается там секретный квест сверху, то что наверх пойду я. В общем, сдам и пойду, наверное, вот этих бить. Потом наверх уже под конец. Я как раз здесь возьму 25 уровень. Уже можно наверх идти. Там посложнее все-таки мобы. И мы будем качаться тут. Я уже готов к следующей локации, на самом деле. Да я готов к подземелью уже этому. 25 у меня левел уже. Я на 24 мог идти. Но я пойду на ту локацию, как раз там группу собирать буду. Отсюда я не буду собирать группу. На другом полушарии, короче. Нашей планеты. В Азероте. Подожди, нет. Азерот — это все вместе, правильно? Калимдор, Эстерн Киндомс. Азерот — это наш мир называется. Так. Сделал еще один квест. Open cast with the Kristen and Slay. Я так понимаю, это туда же квест. Да, это тот чувак делал вторую часть этого квеста. Ладно, это я побегу попозже. Сейчас я не хочу туда идти. Это переться вообще снова туда. Невыгодно, в общем. Пойдем посмотрим, как тут у нас состояние с гарпиями. Может, там их вообще не будет. Или там Альянс всех будет вырезать. Не знаю, что там творится. Посмотрим просто. Смогу я сейчас сделать гарпии. Потому что их надо 28 штук убить. И при том, что разных. Там просто некоторых гарпий очень мало респавнится. И не хватает их. Ну, плюс это... Семена надо еще и... Еще вон один квест есть. Это там какие-то драгоценные камни с кого-то падают, по-моему, с этих ползающих тварей каких-то там. Как они называются, не знаю. В общем, пошли вниз здесь прыгать. Я не умру здесь. Вон нормально так, хоп, можно нормально спрыгнуть. 1000 здоровья у меня до сих пор. Здесь направо, например. Так, золотая шахта. Ну, золото я добывать не могу. Только вот недавно одно не мог добывать. Теперь уже смотрю, золото есть. Что я золотом сделаю? Я просто хочу посмотреть, какой скилл нужен для золота. 105, по-моему, или сколько? 155. Да, это не скоро. Я даже не могу сейчас 150. У меня максимальный скилл. Я должен качнуться и потом только. Конечно, долго. Ну что, пошли гарпии убивать. Вот, все подряд сейчас будем. Это надолго, но зато здесь много опыта. Не, надо с кем-то, я чувствую. Что-то не пробиваю ее вообще никак. Она потому что 25 уровня. Там 27-го. Я, наверное, я сейчас ухожу отсюда. Рано мне, потому что 27 уровень уже тут летает. Я вижу 26-й. Что я иду наверх. Беру левел где-нибудь там. Потом, наверное, даже на 20... Какой следующий уровень? На 26-м, наверное, сюда надо только возвращаться. Я вообще не вижу смысла здесь что-то делать. Здесь вообще ерунда полная. Сложно здесь что-то сделать. Вот это кучки, это
Квест или нет? Нет, это не квест. Это надо мне туда. А где же семена для нее делать? Мне казалось, это вот эти семена. Оказывается, не это совсем. Так, я сейчас прожимаю обилку, чувствую. Или выживу. Не хочу прожимать last stand прямо сейчас. Нажимаю. Кто-нибудь сейчас мог пипульнуть в меня под конец. Ой. Бутылку выпиваю. Все, фир кидаю, ухожу. Сейчас last stand закончится просто. Вон у меня 122. Я бы его не убил. Ну что, догонит? Не, не догонит. Далеко он. Жалко, бутылку пришлось потратить на эту, на этот инцидент. Ладно, попьем. Сейчас меня приз, наверное, убьет. Не убьет. 33 левел. Вот еще приз наш. А кто-то там летает. Хуман. На грифоне я его увидел. Так, ну идем дальше. Идем дальше. Хантер. Кидает поцелуй, потому что ему надо это делать. Здесь он в меньшинстве. Так бы он не делал этого. Сейчас Хант может кого угодно убить соло. Я бы взял и убил этого приста, если честно. Было бы прикольно. Так, а это, я так понимаю, майнинг качает или цветы, судя по всему. Так, а это с этих падает драгоценности или нет? Дай-ка проверю. Или не с них? Что это за ерунда? Что он меня будет 12 секунд бить? Что за ерунда? Имба какая-то. For the Den, это вот эпичный квест. Элитный, можно сказать. Да, элитный. Элитный квест здесь. Я тоже потом, наверное, собираюсь в эту группу и туда идти. Он очень сложный, там чисто группа нужна. И хиллер обязательно нужен, и танк там. Ну, может, и без танка можно пройти чисто, чтобы хиллер был всегда. Сложный квест. Нет, с него что-то не выпадает ничего. С кого падает? Elemental War. А, с элементалей только. Здесь у нас друид какой-то. Бегает. Что-то много альянса, значит, вижу теперь я. В прошлый раз не было столько. Гарпи. Давай я гарпи уже взять, не чисто для квеста. Можно убить спокойно. Что-то какой-то у нас чат в гильдии. Никакой, вообще ничего не пишет. Вроде 12 человек, и все что-то молчат. Еще не молчат. Так, здесь что? Всё. А вот, семена, короче, здесь делаются, да? Там нету никаких семян, я что-то перепутал. Поэтому семена и вот эти квесты мы можем сейчас сделать. Вроде левел не нужен высокий здесь. Так, семена. Так, что вокруг надо обойти, посмотреть? Тут никого нет вообще, тут все почистили так. Кого тут убивать-то? Так, а яйцо? Яйцо это, наверное, не то. Что такое яйцо? Мы это уже делали, квест, но здесь делается, я так понимаю.
На, это все не то. Ну-ка еще раз этого. Он опять стан кинет. Ты ё-моё. Как не отбегаешь, сюда кидает. Надо стан сразу кидать тогда на него. Где тут семена, где что тут делается? Какие-то виверны тут, но это все не то. Это все не для меня. Очень медленно убиваю, мне не нравится. Хоть оружие меняй. А, даже сейчас. Я так далеко убежал. Мне пофиг, какой каст и как что. Я реально на офи помню, можно было отбежать, он ничего не кастовал на тебя. То есть неправильно все здесь. ...165 опыта. Ну, опыта прилично дают, кстати. 165. Нормально. Так. Где тут семена? Как они выглядят? По-моему... А, желуди, наверное, такие возле... Что-то типа желуди, да. Вокруг деревьев где-то могут быть, в общем. Как-то так это выглядит, я чувствую. Я просто помню, что это такое. Было... Ну, пауки нам не нужны, оказывается, и здесь можно было пауков этих делать. Вообще везде полно, где можно делать квест этот. Ну, какой смысл здесь делать, если в основном в другом месте мы делаем в первую очередь. Яйца тоже не нужны. А ящерицы эти нафиг не нужны. Что-то я вообще не вижу, где тут какие-то семена. Вот с этих, я понимаю, глаза выпадают. 30 глаз мне надо. Будем фармить их тогда. Что больше нечего тут делать. Пока семян не вижу я. Ящерицы одни какие-то тут. Что я что-то неправильно понял. Может там еще сверху семена где-то будут. Тут показано типа вот здесь вот семена. Видимо, а вот они. Я вижу. Видимо так много людей, что их все собрали. И они не респавнятся быстро. Ага, вот еще, блин. Реально, они... Надо замечать просто их. Они везде здесь есть. Просто надо смотреть под ноги. Они мелкие такие. Ну, типа, как я и говорил, желудь. Шишка, вернее. Не желудь, шишка. Вот этих надо убивать хоть здесь, потому что дальше там все народу больше и больше будет. Здесь спокойное место, тихое. Здесь еще можно убить. Я сейчас попробую. А где у нас тут? Залежи, а? С другой стороны, что ли? Чуть не могу понять. Варва ФК тут сидит. Да, походу с той стороны. Туда никак не залезть. Я попробую обойти, потому что все равно качать надо, как я говорил. Майнинг по-любому надо. От этого зависит, смогу я ли ездить на маунте на 40 уровне, или мне придется еще. Я не знаю, как туда пробраться. Мне кажется, это баг какой-то и никак не взять, потому что с другой стороны нету прохода. Да, нет смысла идти, это какой-то баг. Заглючено. Да, заглючено. Сонно, сонно. За сколько я левел, кстати, взял? Просто интересно. А, 2 часа 36 уже. Это все дольше и дольше будет. Раньше где-то за 2 часа брал. Сейчас 2.30. Потом 3 часа будет, в общем. На повышение все идет. Но инста я пройду тут Shadow Fang Keep скоро. Надо только доделать хоть какие-то здесь квесты. Ну вот этот я могу сделать квест. В общем, сделаем. Главное, чтобы меня не ганкали здесь. Начнут ганкать, я подумаю, наверное, назад пойду. Чтобы время терять на ганки не хочется. А, вот эти слизни нужны еще, я смотрю. Всех надо убивать. Да... Это проклятие на меня. На меня кино. Стамина минус 3, ловкость и сила минус 6. Ну, не так опасно. Но неприятно. А это курса, а это магия.
Так. Чаржимся. Трупов тут много. Видимо, ганкают все-таки. Вот труп, вот труп. Кости. Вот труп, труп остался. Может быть, этот чувак и умирал, нет, как раз. Сейчас бежит просто. Сейчас меня кто-то баганкнет. Сейчас посмотрим. Мне уже хочется на самом деле всегда самому ганкать первому. С хантом, конечно, это проще, чем с варом. С варом тоже нормально. Ты, как бы, если бутылка есть хотя бы. Без бутылки тоже можно, но стрёмно. А ханту пофиг, кстати. У ханта бутылка, не бутылка. Пета берешь, наводишь пета, сам убегаешь, подстреливаешь время от времени. Тебе даже никто не подбежит. Вот если на меня нападет пет ханта, хант меня просто тупо откает. Я даже не подбегу к нему. Да вообще никак. Я, наверное, только если пета сразу убивать надо. Я не знаю даже как. С хантами большая проблема, вару, что-то сделать. Если ты в бою, ты не можешь чаржиться. Вот еще, кстати, труп один. Тут вообще трупов много. Но я буду всех тут... здесь постоянно два глаза 100% падает. То есть мне надо десятерых еще убить и все. Спокойно сейчас все сделаем. Меня легко ганкнуть сейчас, здоровья нет вообще. Сейчас как бы просто время такое ночное. Если европейские игроки в основном здесь, то они просто уходят спать. Поэтому безопаснее становится в это время качаться как раз таки. Там кто-то пробежал, кстати. Все, пьем, кушаем. Так, вот это квестовая вещь. Окей, квестовые отложим. Это глаза... Так, что тут такое? Это уголь, уголь это ерунда, можно купить у любого чувака. Блэксмитера. Блэксмит supplies, короче. У него можно купить. Так, 14 осталось нам. 14, значит 7. Окей, продолжаем здесь. Я могу даже выше пойти, потом вернуться и добить, потому что здесь сейчас никого не останется, респаун ждать не хочу. Вот этого добью этого. Надо будет сколько? 6 убить. А, надо сейчас, сейчас надо 8. Я неправильно посчитал. Надо сейчас 16. 16 это 8. Сейчас надо 14, это 7. Останется 6 убить. Они, по-моему, и сверху тоже есть. А, вот там еще один есть, и вот там, окей. И вот здесь респаунился. Давайте. Я хочу левелапнуться здесь побыстрее просто. Быстрее качаться можно будет. Просто чуть выше там посложнее, по-моему, качаться. Там выше левелы у мобов будут. Из 30. Сейчас надо поесть быстро. Мало здоровья. 150 за них дают. Именно за этих. Какой-то левел 23. 165 за 24. И на 15 меньше опыта за левел меньше. Вот так вот. Шаман побежал. Так,
22, так, в 4 осталось, 4. 4, ну это сверху они могут тоже быть. Но мне все равно сейчас надо слизняков тут убивать, дракончика, с дракона что-то там выпадет. И еще Twilight Whisker, тоже он тут находится. Ну и вот эти кента, этот Сценариуса, сын Сценариуса, Кинариуса, сын Кинариуса, дочь Кинариуса и Кинариус Ботанист. А, тут уже железо, Iron Deposit. Я хочу посмотреть, сколько скилл надо на Iron, просто чтобы знать, к чему стремиться. 105, наверное? 125. Да, много. 125, а у меня 70. Плюс 55 мне надо качнуть. Вот с этих что-то выпадает. Будем фармить. Что делать? Надо фармиться. Я уже предвкушаю следующий поход, следующий инст. Да. Это у нас будет Shadow Fang Keep. Как раз у меня левел отлично подходит. И потом будет вот это. Нет, подождите, не то. Вот этот инст. Но он чуть позже. Какой там левел айтемов? А, ну такой же примерно. Я чуть позже пойду туда, когда я уже какие-то квесты там соберу. Там побольше квестов надо собирать туда. Мне баф дали. О, плюс 20 стамины, нифига себе. Сейчас качаться будет приятно. Здоровья всегда много. Но здесь надолго я буду сейчас. Ну как, не так уж долго на самом деле. Минут 20. А, ну именно только этих, а потом еще эти. Еще 12 вот этих надо поубивать. У них левелы высокие просто там. 25-е, наверное, 26-е будут, думаю. Вот это 22-й, приятно убивать сейчас будет. А этот слизень уже был 25-й. Видите, какая разница большая. Смотрите, как я урон нанес. Быстро этому. Кританул как-то. Он уже почти дохлый. Разница большая между ними. Так, что за звуки какие-то я слышу? Это все айрон здесь, да? Но место еще есть, это хорошо. Давайте мелкого 23-го. А, тут тоже мелкий. Ну так, не нападай на меня, дракон, пожалуйста. Я тебя потом отдельно убью. Так, второй на очереди у нас. Я по луту, если у меня ганкнут, я хоть лут заберу сразу. Ну, надо, кстати, продавать вот этот экс, чем я его таскаю с собой. У меня это одна ручка лучше, чем двуручек. Какую-нибудь зеленку найти на аукционе, не знаю, 25 уровня купить, двуручку и качаться с ней. Что так, конечно, очень долго. Лучше пусть они мне больше урона наносят, больше ярости будет. А так, мне кажется, долго я. Хотя, в среднем я примерно, как и все остальные, качаюсь. Даже быстрее, потому что я... Ну, не знаю, я реально быстро качаюсь. Пока что. Да, я время иногда там на эскорты всякие теряю, которые можно не делать, но... Мне просто хочется их сделать, а так я быстро качаюсь. Я сразу беру квесты, знаю, куда идти, у меня есть какой-то план. А некоторые играют просто, просто иду туда. Зачем туда, если у тебя там квестов нету, например. Потом они узнают, нет квестов, и возвращаются. Кучу времени тратят на это. То у меня такого нет, я знаю уже, куда иду и что делаю. Так, заточить оружие еще надо сейчас. Лишний урон, как бы, но все равно приятно. Немножко урона больше. Всегда хорошо. 5 из 5 слизней больше не надо. Окей. Дракончика все, не надо. Окей. Надо только этих... пантер. Пантер надо.